Поехали. Мне так нравится. Почему? Потому что мы его прекрасно знаем, он не нуждается в представлении. Но мы первый раз смотрим его соло, понимаете, как это... Волнительно. Ну, реально. Так хорошо, что он что-то... Ой. Можно я хочу глаза закрыть и наслаждаться? Смешно? Да. О, да. Это девушка? Наш с тобой краш. Он краш всех, мне кажется. Какая песня? Эту песню надо слушать в одной. Такая остановка должна быть. На ушиках. Или на всю громкость в комнате себя. Ау. Я хочу перевод. Как это, как будто бы... Можно ли так говорить? Я тебе не знаю даже. Говори, говори. Обкуренная песня какая-то, знаете? Такая атмосфера, мне очень нравится. Ну, то есть... Нет, ребят, мы ничего не употребляем. Хоть и находимся в стране легализации. Да. Не надо такие вещи делать. Нет, очень интересный мотив песни и голос него, конечно. Я поражена вообще без... Смог? Смог? Он сделал, знаешь, отсылку к песне Джухони «Смоки». Да. Это версия хаты. Ну, фанаты точно так же подумают, я же знаю. Он же наверняка сам написал эту песню, я думаю. Ну, да, думаю, что да. Но он, конечно, шикарен. И у него тут все, короче, он оторвался в своем клипе. Курево, значит, алкоголь. Что еще? Чувствуете американский вайб песни? Ну, понятное дело. Да, вот такой. Он же американец. Бой, да. The Westerners говорит на английском. Начинается. Блин, что-то, знаете, он как будто... Вот в таких моментах нужно знать текст песни. Хочет... Там же не только английский соло, здесь в основном корейский, и он как будто хочет нам... Исма, тебе сказал, на этом успокойся. Ну это... Спасибо, дорогая. Господь всемогущий. Слушай, ну ему идут кожаные брючные костюмы. Я еще это давно заметила. Нет, давайте начнем сдалека. Он меня услышал, он этим и закончил. Начнем сдалека, давай. Так как мы девушки, извините, я все равно, хотите не хотите, но я буду на это акцентировать. Вот он недавно похудел и взялся за себя. То есть у него никогда не было в крупном или в теле, или что-то, но он так изменился. Но решил подкачаться, ты имеешь в виду? Да, и у него лицо, все изменилось. Он стал таким крутым, острым. Он его своим острым подбородком может мне... Поцарапать. Сердце мое, да, уже он это сделал. Визуально все, что я увидела сейчас, мне настолько зашло, я люблю такие песни, и, ну, да, и песня мне тоже понравилась. Я заметила, что наверняка из-за того, что они в группе поют все время чисто рэп, они, наверное, в соло хотели попробовать что-то другое, потому что, как я вижу, и Чухон такое сделал, и он сделал такое, потому что они рэперы-то офигенные, а тут вдруг хотели что-то лирическое. Ну, это не совсем песня-песня, все-таки хип-хоп моменты тут это есть, конечно. То есть это не совсем лирическая, но вокальная песенка. Нет, ну вокально, я думаю, что он бы не хотел бы там прям распеваться. Нет, я просто оперирую к тебе, то, что ты говоришь. Джухони работа была Джухони... чисто вокальная, а здесь хип-хоп работа. Но все равно здесь нету вообще рэпа. Это хип-хоп, но слабый.
не сильный такой. Я не чувствую здесь прям хип-хоп. Я чувствую здесь, знаете, какой стиль такой... Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, такой вайб у этого клипа очень интересный. Не могу это описать словами. Мне очень нравятся такого рода песни про плане, вот, как я уже сказала, такого наркоманского типа, что ли. Ну, знаете, вот как американцы любят писать вот эти вот песни все такого на лайте, ты идешь, слушаешь. Вот в этих вот, как мы обычно говорим, да, в капюшоне, там, в дождливую погоду, у тебя там все неожиданно было Таева. Я думала, что он выпустит что-то, вот как я Джухона, в принципе. Вот, ожидал. Что... Я про это и говорю, что они что-то другое, видимо, хотят попробовать, потому что... Но это было все равно в стиле. В стиле АЭМ, потому что то, что он в одной программе, я слышала, он там говорил про одну песню, сейчас не вспомню, то, что он слушает, что очень схоже есть. Это надо потом вспомнить, да. Вот смотрите, разные ассоциации, какие могут быть. Я под эту песню представляю камин, дождливая погода, темнота в комнате, бокал, а может быть и не один, вина. Ну, и совершенно одна, и в таком расслаблении. Мы правильно заметили, что погода, один. Мы тоже сошлись. Мы сошлись с погодой, а мы то, что одни должны. Это нужно как будто слушать одно, это нельзя с кем-то. Как будто наслаждаешься. Да, выйдите, пожалуйста, из комнаты, я послушаю. В общем, АМ, ты красавчик, мы тебя любим, ты это знаешь. Конечно, знаешь, мы с тобой переписываемся, откуда ты это не знаешь? Представляете, диспатч открыл пару Медея и АМ. Никогда друг друга не видели, но они переписываются. Медея, это наш краш. Наш краш, наш краш. Ты мой краш. Ты забираешь оно. Ну тут не знаю даже. А я знаю, я понимаю рэп лайнс. Excuse me, их он вон на моего губа. В любом случае. Блин. В любом случае, ребят, что бы там ни было, понятно. А мы с тобой мечтатели. Дима Билан, это про нас он пел. В общем, ребята, с вами было и было. Было, да, было. Пишите комментарии, ставьте лайки, и ухо, ты вернулся домашний смех. Сорян. Пока-пока.